Всем привет! Меня зовут Санников Иван, я директор компании бизнес-системы «Город Красноярск». Мы уже 5 лет являемся золотыми партнерами Bittrex24 и внедряем его в малый и средний бизнес нашего города. Я спокойнее стал. Я стал размереннее. Вот. Может, возраст сказывается, хрен его знает. Но вот сколько я работаю с Битриксом, ну, давайте, эта штука самодисциплинирует. Сравнить меня 5 лет назад и сейчас, ну, у меня появилось сильно больше дисциплины. Потому что хочешь, не хочешь, тебя продукт обязывает быть дисциплинированным, быть вот таким каким-то вот более стройным, чем ты был до работы с Bittrex24. Ну, у нас есть такой посыл какой-то, не знаю, мы его придумали, он нам нравится. Bittrex24 — это платформа, на которой мы вам черта лысого соберем. Главное, скажите, какую задачу мы для вас будем решать. Это максимально гибкая платформа, на которой можно опрозрачивать работу сотрудников, опрозрачивать и автоматизировать абсолютно любые процессы, которые есть в компании, придавать их контролю, оцифровывать, измерять, собирать нормальную отчетность. И все это Bittrex24. Слушайте, то, как Bittrex24 развивается в последнее время, оно максимально отвечает запросам рынка. У меня есть простой пример из нашей работы. Мы часто автоматизируем не только процессы продаж у наших клиентов на Bittrex24 CRM, но и процессы отгрузки, процессы принятия каких-то рекламаций, процессы сервисного центра, там, ремонта. И это вряд ли можно было собирать на инструменте сделок. Но мы это делали, адаптировали Bittrex под эти задачи, решали и помогали клиентам. И Bittrex увидел то, что мы делаем. Очень круто, что они все это дело анализируют. И сделали нам максимально гибкий инструмент, на базе которого мы вообще теперь любые процессы можем опрозрачивать. И это называется корректно. Интерфейс можно подделать под клиента. И это вот показатель того, что Bittrex видит, что сейчас на рынке, какие сейчас запросы, и оперативно на это дело отвечает. Если говорить про то, насколько нам помогает Bittrex24 в нашей работе как вендор, как поставщик продукта, то здесь, знаете, такое вот ощущение какое-то очень плотного, прикрытого тыла. Ты всегда знаешь, что тебе помогут, ты всегда знаешь, что тебе подскажут. Есть замечательный партнерский отдел, в который мы пишем по любым вопросам, нас направляют, нам подсказывают, что делать, нам подсказывают, как этих клиентов найти, кто эти клиенты, какой у них портрет, с кем там, как вести переговоры, на что они обращают внимание. С нами делятся этой информацией. И ладно, там партнеры, мы между собой общаемся, но и сам Bittrex заинтересован в том, чтобы нам было проще с ним работать. Я чувствую, что мы все делаем одно классное дело. Вот если прямо вот в глубину честно идти, проскакивает уже такая мысль, что ты делаешь верное дело, ты помогаешь бизнесу расти. Ты помогаешь бизнесу становиться лучше. Раньше это было такое, ну вот сейчас мы на этом денег заработаем. А тут ты смотришь, сколько проектов выполнено, когда твой клиент открывает филиал в Петербурге и говорит: блин, вам спасибо, мне теперь это сильно проще сделать, вы мне помогли, я там вижу там дырки в процессах, там мне контролировать проще. И такой сидишь и понимаешь: блин, да ты вообще классное дело делаешь. У меня появилось хобби. Я давным-давно, вот еще вот там, в студенчестве, там, в школе я работал там диджеем, мне очень нравилось там музыкой заниматься, вот этой всей электронщиной. И Bittrex24 вот позволил мне вот с этой вот уверенностью выделить время на себя, на хобби. Я купил себе электрогитару, я купил себе синтезатор, я там пишу в определенной программке там музыку, там что-то делаю, наигрываю. И вот это тоже изменилось. Я стал уделять как-то времени больше себе, что ли, по вечерам, находить его на себя. И я хочу сказать спасибо Bittrex24 за это, потому что не будь у меня вот Bittrex'а в партнерах, не будь я их партнером, я не знаю, что бы я сейчас делал, как бы я сейчас пахал. А у меня есть та самая уверенность, есть та самая стабильность.